Всем привет, с вами снова Михаил. Это мое продолжение прохождения игры, которая называется, в общем, модификация к Сталкеру День Чернобыля, которая называется Сталкер Зона Поражения 2, Ответ на Удар. Четвертая серия, в общем, тоже. И в четвертой серии мы так-то, как квест уже выполнили, в общем-то, добрались до янтаря, там мы забрали эту флешку сахарового ученого, и теперь можно вернуться к бармену, отдать ее. Ну и попутно, в общем-то, мы выполняем дополнительный квест, который называется уничтожение лагеря, то есть это уничтожение мелких бандитов на заводе Ростов нужно, и вернуться за наградой. Вот так вот. А тут, кстати, там. А, вот еще один, где-то еще один враг у нас там есть. Прям прячется, интересно. Даже еще два. Так, вот а где-то один прячется. А, вот. И нет. А, вот он. Так, отлично. Он уже был готов этими, наверное, военными. Местными. Так, ну что ж, ну, вернуться за наградой, может, теперь, да? Квесты самые без, в общем-то, ну, как бы справились. Частично все равно, в общем-то, мы справились с этой задачей. Так, что здесь у вас такое? Так, это у нас так-то как оружие получше будет состояние, но я думаю, сразу тут пушку оставлю. Так, разойдите лучше, выбросить тоже. Так-то, мне кажется, ставим ее. Так, ну тем самым, да, вот на самом начале уже мы квесты его выполнили полностью. Так, где те, которые мы видели, в общем, в конце прошлой серии? Да, вот они. Так, где-то еще один был. Точно понял. Так, вот артефакт у него есть, огненный шар. Радиация минус 20, выносливость. Можешь продать? Ой, что такое за звук? Да, чтоб такое. Так, вес слышно. О, он чуть-чуть набрался немного. Ну ладно. Сейчас мы, думаю, кое-что скинем. Так, конечно, на пояс повесить можно этот артефакт там. Попробуйте, надо будет повесить на пояс можно. Даже можно, да, можно, так-то сталкеры оригинальным это можно было делать, и здесь, думаю, наверное, можно. Так, радиация. Погоди, как. Зато выносливость, конечно, уменьшается. Так, где выносливость-то повышается для меня? По-моему, это артефакт-то. Плюс 73. Так, радиация тоже можно. Пули стойкость повысить. И надеюсь радиацию. А вот так повесим. Так, по-моему, все нормально. Пусть так и висит до конца игры, думаю. Продавать ничего не будет. Плюс 30 альтрашок у нас. Ну, в общем-то, где минус 3. Минус где было? Альтрашок-то у нас был. Минус где-то. Вот именно здесь литрошок, плюс 30. Эффект, в общем-то, от этого отрицательный. Вообще это уменьшается до, в общем-то, минимального предела. Вообще убирается раздать. Радиация минус 10 у нас здесь. Здесь минус 20, тоже 30, минус 30 будет. Минус 40 радиация у нас. Столько шину за себе, минус 18, минус 18, еще минус 18. Это примерно, наверное, 30, вообще, сколько там, 38, потом 46, это ведь это 50 с чем-то. А здесь будет выносливость прибавиться таким образом, плюс 73, значит. Ну, тоже, как бы, где-то плюс с чем-то останется со мной. Это плюс, наверное, 18 тоже останется, или меньше, чуть поменьше. Вот. Здесь плюс 5 радиации, ну, плюс 10, это не так прям уж много. Там вообще плюс-минус, минус 40. Радиация снижается, останется минус где-то 30. Ну, плюс только зато прибавится тоже. Плюс 5, плюс 5, плюс 3, плюс 8 лишних радиаций. Это да, плюс только себе прибавилось. Хорошо, плюс 20. Все равно неплохо. Если на почте у нас будет, блин, артефактом, я вес все это все равно занял. Да ладно, побежали. В общем-то, уходим отсюда. По
Погоди, мне может там это... Это прибери, братишка. Ага. Так, это что? Так, у меня лишний ТР. Оружие все-таки, оказывается, вот он. Я его не выкинул. О, да, вес сейчас нормально получится. Ну что ж, побежали-то обратно. Нужно вернуться к бармену в результате. Здесь мы так-то все зачистили. Со всем разобрались, со всеми квестами. Со всеми, точнее, делами даже. И теперь можем возвращаться обратно на территорию бара Росток. Так, отлично, вернулись. Старую добрую локацию. Так, о, где-то ничего, кто у нас там с той стороны есть. Это валяется, или это новый прибавилось? Что, прибавился новый, что ли? Или старый остался? Так, вот раз, да, там станичок у нас. Так. Ох ты, костюм. Эколога. Хоть, конечно, мне это вес, наверное, прибавится. Да, прибавится вес. Я не смогу так-то его донести. Хотя гранаты это мне, наверное, не нужны его нафиг. Нет, это патроны стоит. Это по стволе мне нужно. Может, тут пригодится. Будет, у нас еще не было. Ай, так. Погоди, что за патроны-то? У меня этого оружия тоже нету. А, хотя вот, все нормально. Костюм уж оставим, мать, патроны. Ну, что они патроны-то? Они нам продать их-то. Очень маленькую цену. Можно. Не окупится, говорится, это все-то. Если мы донесем, а костюм не возьмем. Костюм стал много раз лучше, чем. Да, наемники такая, в общем-то, точнее, не понятно, кто там валяется так. Который нам построили небольшую засаду в самое в начале этой локации, когда мы убирались из армейских складов. Ой. А в чем прикол? Эх, вот если бы всегда так. Так, ну что ж, идем к бармену. Так, эти артефакты мы оставим, думаю, продавать ему точно не будем, повесили мы на пояс, они нам все-таки небольшую пользу приносят. Ну что не говоришь, что? Вырезали язык, типа, что ли? Зиму, наверное. А то как задолбал, наверное. В оригинальном сталкер-то. Говорите, да говори, в общем, проходи, не задерживайся. Тебе сюда нельзя. Так, ну давай, проходи. Ну, подойди поближе, что ли, а? Чего стоишь-то? Эй, бармен. Ну ты подойдешь или нет? Спасибо. Угу. Черт меня дернул. Опять сапожищи хреновые подсунули. Что, у них совсем совести нет у этих? За неделю подошвы готовы. И как меня угораздило. Так, за него не отлично. Как, о, еще надел какой-то. Блин. Свободные сталкеры, ветераны и охотники. Черт меня дёрнул. Вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны. Наша общая цель. А если что-то у нас дается выбор, да? Либо выполнять квест, либо нет. Ну, давайте выполним заодно. Если уж надо. Интересно, может квест какой-то дополнительный. Давай выполним уж. Новое задание шантаж. Как меня угораздило. Ладно. Давай выполним, что ли, задание твое. Долго. Тебе сюда нельзя. А погоди, мне еще продать не получится. Эх, я же не знаю, конечно, что лучше. Здесь как бы, ну и полк продать можно. Так, где этот костюмчик? Че так смотришь? Тебе как костюмчики, как костюмчики меня. Так, продам тебе иголку тогда лучше. Ну, хотя бы так. Хотя костюм, думаю, пора уже менять, он станет не очень хороший. А это отлично. Но, конечно, пулестойкость похуже будет, чем у этого. Если кто помог. Ладно, в общем-то, так сделаем. Может, у них получше броня есть, как-нибудь. Так, все броней-то. Блин, что за...
И как меня угораздит. Экзоскелет. Ну это стоит он явно, конечно, да? Накопить долго. Есть получше такая же броня. Но это за 80 тысяч. Если только, конечно, мне только копить на эту раздать там броню, да. Ладно. Потом, может, подкупим все-таки. 80 тысяч хотя бы на эту, на ту же броню потупало такого же тени хорошего, либо. Все, может, тот квест там дополнить, это тот, точнее, тот квест, может, дадут. Наград неплохой, то. Надеемся на это. И артефакты будем искать. Те, которые повисят на пояс, они слабо будет не отражаются. Не то, не то, как было в этом Зове поражения. Ой, Зове, ой, не то, как было. Зове Припяти, где артефакты, которые вешались на пояс. И там не было такого, точнее, не помню. Так. Так, по квесту. Сталкеров запустить кейс. Где находится там место слады? Ох ты. Но это с квеста планеты мы не будем, это... Так, погоди, награду-то насчет. Ой, да, награду ты это не это, надо вернуться, просто кейс мне. Так тогда нужно, в общем, дойти на армейские склады вот сюда, получить кейс. Ну ладно, что ж, вернуться к бармену потом. Выполним, что ж, если квест нам дали, выполним. А и добавок, типа, сам, все-таки быстренько вернуться, а награду-то за тот квест мы что-то не получили. Ну, тем самым возвращаемся на армейские склады. Поможем все-таки долго, ладно уж. Что такого? Добежим быстренько, там ничего такого долго. Так, давайте там. Это за награду, что-то задание-то. Вот, спасибо. Гранд F1, 2500, ну нормально. Тебе сюда нельзя. Спасибо. Гранд, хотя, конечно, мне не нужны, я нафиг их, наверное, не буду пользоваться. Не столько подствольными. Для как раз другого там автомата, который у нас там появился. Немного улучшенный Абакан, такой моделька измененная в этой модификации. В отличие от оригинального сталкера, где еще на были. Так, ладно, побежали тогда. Побежали. Так, вот вообще не туда пошел. Нам до все-таки на армейские склады. Быстренько там добежим, заберем, разберемся с этими. Кейсом, заданием этим и все. Думаю, не такая большая проблема, такая будет, чтобы. Уж не выполнить. Погоди. Я что, не надел костюм-то? Что-то не надел. Ох ты, артефакт, сука. Ох, сука, артефакты. Ой, сука, артефактов-то. Отлично. Ох, там сука-то. Вот так вот. В общем-то, идем в армейские склады территорию. Так, отлично, вернулись. Собачка тут справился. Так, сталкер на самом том месте. Нормально, как обычно. Чё-то хотя пока никого не видно. Так, погоди, тут квест активировал все-таки. Вот, тут квест надо активировать. Они все основной сюжетный. Мы пока туда не пойдем. Да, здесь никого нету. Тихо, аномалию еще при этом видно. Надо думать, где убоить ибо. Ну, в общем, идем, да. Идем. Тихо, тихо, тихо. Так, нам, конечно, туда как показывает, а, что нужно идти. Ой, радиация-то, ой, радиация-то. Сейчас нахватаюсь еще. Хотя так-то них нет, не нахватались. Нормально. О! Сталкеры там, либо свобода, наверное. Ну что ж, идем. Что за кровосос? Где ты как? Да где ты вообще бегаешь, что, блин, там хватит бегать-то?
вообще оборзел, а? Ну понятно, да, помню, это деревня кровососов. Знаменитые. Если да, кровососы были, в общем-то, обитали. Можно же немножко пообследовать. Так, танички здесь нет никаких таничков у нас. Помню это. На территории-то. Ну да, нет ничего. Нам нужно просто идти туда вот. Помочь долго так сохранюсь, в этих случаях надо. Так, ладно, идем дальше. Покойником идем дальше. Не торопимся так-то, сэр. Хотя, может поторопиться, конечно, надо. Может, успеем еще на кордон, в общем-то, добежать потом в этой серии. Так, это сталкеры, да? КБ, дружественные, найти кейс. С кем-то воюют, интересно. Друзья, вы с кем воюете? КБ дружественные, а с кем-то воюют, они интересно. Что врагов я не вижу. Эйчес. Друзья, вы там с кем воюете-то? А, кровососы что ли напали на вас? Сталкеры такие. Хотя КБ дружественные. Так, где же ваш этот кейс? Мне нужен бармен достать. Так. Здесь, конечно, не патрона полно. Может посмотреть. О, артефакт еще продать можно. Так, еще. Патрончики соберем себе еще побольше. К этому хотя бы автомату. Где же ваш кейс-то? Ну это патроны, конечно. И очень. Так, все-таки где же ваш кейс тут? Где вы там спрятали-то? Друзья. А, здесь вот. А там ловушка-то не окажется. Так. А вот и кейс. Вернуться в бармен и все. На всякий случай сохранимся. Ой, не то. Пробил. Вдруг сейчас еще начну стрелять. Что-то кейс взял. А, нет, варик, все нормально. Ничего не случилось. Там их четверо осталось, они там воюют. Хотя помочь-то можно, но как бы не просить помощи, да и что-то не видно, что там кто-то их нападает. Кровососы напали, видим, наверное, один и все. Ладно, побежали вообще-то обратно бармену так-то. С этим кейсом. Все, квестом этим самым выполнили. Но простенький кейс. Ой, простенький квест получился. Кейс-квест. Ай, ладно. Так. Восполним все-таки энергию. Бежали дальше. Ой, радиация-то какая. Ёп, просто радиация какая. Смогу еще аномалию там не задеть, которая там есть. Так, потихонечку оббегаем уж. Ну все, возвращаемся теперь на территорию так-то. Бар Росток. Дополняем тем самым этот квест, дополнительно идем в сторону теперь же кордона. По сюжету, в общем, нам нужно туда направиться, чтобы добраться до эвакуационного пункта. Вот такое у нас прохождение получается. Не только сюжетный квест выполняем, но все-таки дополнительно заодно попадается на пути, который вот мы тоже, в общем-то, делаем. Так, где у нас этот все-таки энергия? Так, отлично, здоровье. Это, в общем-то, быстренько энергию установим, чтобы быстренько добежать. Ну что ж, идем на локацию бар Росток. Так, ну что ж, мы вернулись. Слава богу, если подадим такие артефакты, которые набрали там. И добавок, думаю, заодно еще. И добавок, заодно еще. Ну, квест как раз этот довыполним. Отдадим то, что нужно. И потом отправляемся уже по сюжету. Дальше, на кордон. Сталкеры, если вы ищете... В результате. Перекусить и отдохнуть. Место, где можно хорошо выпить и поговорить. Место, где вам всегда подскажут, как подзаработать. Подходите в бар «Сто рентген». Мы всегда рады новым посетителям. Тебе сюда нельзя.
Так, ну что ж, кейс отдаем. Группа. Какая группа-то? Понятно. Странно, в общем, там, по-моему, там наемники какие-то были, или сталкеры все-таки. И сталкеры были тоже не те наемники, в общем. Как меня угораздило? Так, если нужно, так, ну понятно, задание выполнено отлично хотя бы. Но награду что-то не дали. Ага, ладно, что ж. Есть коптичек. Ну спасибо за научные птички. Да, пригодятся точно. Так, ну до встречи. Так, ну погоди, все-таки. Так, ну это не то. Так, ну ладно, тогда поторгуемся. Продадим тебе артефакты, какие полезные. Так, батарейки мне. Эх, чё? Так, мне все равно продаются все артефакты. Но я не думаю, кое-какие доставлю все-таки. Так, мне два этих руки на шар стоит. Так, погоди-ка, смотрю-ка я сейчас насчет скидковистов. Так, мертв. Так, каменный цветок продадим. Ночную звезду, хотя, конечно, пульсокс тоже прибавляется, но радиан нет, не буду. Хотя можно, наверное, бесконечное количество добавить артефактов-то. Но пульсокс, конечно, можно прибавить. Разрыв, нет разрыв, не знаю, чем полезно. Здоровье прибавляется, но удар, разрыв, пульсокс уменьшается, да, ну. Кровь камень продаем, в общем-то, кровь камень, золотую рыбку продаем. Медуза продаем. Две ночных звезды и каменный цветок. Эх, чё? Так, это оставляем. Рукава не подаем. Здорово увеличится, конечно, но. Как меня угораздит? Не знаю, что-то пульсдокс, конечно, прибавить, но. Не буду я. Найдем, может, еще артефакт по пути, это еще там ничего. Как будто пусть ничего не найдется. Две ночные звезды. Можешь прибавить, оно плюс 5 еще там. Блин. Медузу. Так, ну все, хватит. Остальные там оставляем. 12 тысяч. 52 тысячи у нас теперь, да? Таким-то образом. Раты мне не нужны. Ну, конечно, все равно не хватит на костюм тут. Увы. Все-таки. Не хватит. О, Марик, 3-4, Марик. Так, а если мне заменить все-таки это оружие вот этим? 3-4 тысячи, вот это что лучше будет. Патроны там должны обычно те же использовать. Ну да, те же используют патроны. Так что да. Это мы продаем. Патроны, в общем, тем самым у нас останутся. Да, у нас там немало патронов. Как раз лучше эта пушка будет. Она из подствольников, кстати. Ну, конечно, наряд надо покупать. Так, вот так заменим. Это топовое состояние очень, так что это вот получше. А, сам такая лучшая пушка. Ставим скеметовку, у нас инвентариста есть. Это, конечно, может тоже заменить. Ну, ладно, пусть остаются. Заменить, точнее, вообще продать. Оставить, ну, ладно, пусть остаются там. 22 тысячи, ну, костюм, конечно. Ну, я думаю, это костюм хороший. Может, монолитовцы костюм купить. Лишний костюмчик будет, нет? Или вес будет носить, да, занимает, наверное, очень много. Ну, может, хороший костюм пригодится. 60 килограмм теперь носим. Ну, конечно, при стойкости. А где пульс стойкости, понятно? Ну и отлично. Плюс 30 пульс стойкости. Плюс 40 пульс стойкости, смотрю, костюм. А это плюс 30. Ну что, дружище? Эти артефакты-то я надел. Как делишки? Погоди, где меня? А где меня? Я ж не продавал тебе. А, эти-то. Ну что, дружище? Меч пульс стойкости-то поставил два. Не продавал, по-моему, не эти артефакты-то. Не все продал-то, что-то они снялись. Если кто помог. Так, ну ладно, тогда идем. Ну, в общем, лишний костюмчик купили. Мне кажется, неплохой костюм. Неплохой костюм. Пульсокс хороший. Выше даже, чем будет у комбинезон сталкера. Так, ну все, так, идем на кордон, в общем. Сколько там по времени? 4 минуты осталось. Да, потратили мы время так. Ну ладно.
Так, а ты откуда взялся, интересно? Защити мир от зоны. Вступи в дом. Сам главный типсом у нас. Да, оружие-то очень хорошее есть. Гаусс-пушки еще не хватало, но дуб без гаусс-пушки мы обойдемся. У нас так хорошее оружие. С ними будем проходить. Ой, собачка. Ой, сколько у вас собачек-то? Так, извините, друзья, извините, извините. Так, побежали, побежали. Нетушки. Я сам сняться не буду. Мне нет смысла. Мы, в общем, идем в локацию. Свалка. Так, ой, что-то аномалия, аномалия. Там же аномалия нас сразу же. Ну все, идем теперь, в общем-то. Ой-ой-ой, ну кордон, ее просто чуть не нас не подняло. Краешком, краешком задели и активировали эту мину эту замедленного действия. Говорит главнокомандующий спецгруппой Альфа, лейтенант Пономарев. Часть наших выбралась из секретной лаборатории. Там не было связи, но остальные до сих пор находятся там и не могут выбраться. Выход заблокирован толпами мутантов. Просим помощи. Конец связи. Да, опять к старшему лейтенанту Пономареву. А где у нас охотится тут? А, это... Ага. Это у нас темная долина, там уж хотя там есть тайничок один. Может даже больше. Посмотрю-ка внимательно. Так, по-моему, один тайник только лишь, ой. Да, здесь, конечно, да, да, здесь только лишь один тайничок имеется. Но мы можем за ним сходить. Да, здесь три тайничка есть. Ну, так-то, ладно, правимся на территорию темной долины. Но я так и думал, что что-то произойдет. Хотя, в общем-то, другой квест. Но можем помочь группе Альфа все-таки. Погоди, группе Альфа. Это, по-моему, как раз группа Альфа, которая это... Бета, Альфа, Бета, Т. Это как раз та группа, что ли, которая была в зоне поражения первой части, что ли? Которую не нашел наш главный герой-то. Группу Бета он нашел, но тем самым он помог ей отбиться там от монстра, да? Помнится, да, на ней игра пром. А, в зоне поражения первой части. А это, видимо, та, которая пропала, что ли? И она, видимо, в лаборатории застряла, что ли. Поэтому не было связи, не нашли ее. Наш строк, в общем-то, не нашел, поэтому. Ну, пошли-то поможем. Что ли? Так, начнем активировать этот квест. Поехали. Поехали, что ж. Будь думаю, весело. Вот это точно. Так, это нас тут. Враг, Патрик. А как ты враг? Снорки. Ну ладно, бежим всех, и не будем с ним сражаться, сюда на маленький попасться. И радиацию, ёпшка, сердят на себе, да. Это помню. Да, по значку круто видно, радиация тогда. Я, кажется, в самую гущу засел и... Ну чё, выбежим. Да, выбежали. В общем-то, идём на территорию темной долины. Всё-таки выполним этот квест. Интересно посмотреть, что будет дальше. Ну что ж, мы наконец-то попали на территорию темной долины, локацию. Так, отвак еще заберем. Быстренько, кажется, пособираем. Здесь, конечно, есть вот они, оказывается, дополнительный сюжетный квест. Точнее, даже не сюжетный квест, а есть квест, который... помочь тому долговцу спасти, в общем-то, у друга. Но здесь, мне кажется, он с него не получится, потому что... Ну, тупо здесь объявились неожиданно монолитовцы, даже не монолитовцы, а группа сознания какая-то. При этом какая-то призрачная, прям уж такого света. Которых, в общем-то, не очень-то с ней легко справишься. Так, за ней, конечно, монолит сталкивает догвиться, я тебе, наверное, не смогу помочь. Давай за мной. Я знаю место для засады. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге. Ну, извини, конечно, но я тебе не помочь не смогу, там полно этих сранцев. Он что, перевернулся, перекатнулся или просто так погиб? Бодренько. Ой, сколько их там-то, сколько их там. Не знаю, будет наша военная, видимо, группа Альфа. Помочь им, кстати. Отбиться от этой гады, в общем-то, этих. У нас 200-й! Так, еще один остался, да?
тихо, тихо, так, друзья. Догость, ты куда пошел? Ты про туда должен идти. Освободить-то. Черт, я его не вижу-то. Ой-ой-ой, радиация-то какая. Что-то радиация-то какая. Мне даже защиты артефакты не помогут. Хоть, конечно, сейчас гаусс-пушка, блин, такой уровень радиации спускаться. Они вообще бордели там находиться-то. Блин, мне надо... Это... Черт, дерьмо, мне надо взять у них, это... Пушки, гаусс-пушки. Ой, блин, еще один нюб. Так, это нас пошел дальше, блин, но... Ёпрста. Блин, у них ничего не подберешь. Так, они даже, смотри-ка, военные эти. Нормально все у них. Таким-то уровнем радиации. Да, блин, мы не двигаемся. Да, ёпрста, вот... Что б тебя дери, ладно? Черт, я дерье, сказать бы. Я сейчас аптечки все потрачу просто тупо. Так, у нас в ту сторону побежал. Не вовремя, конечно, но он, видимо, не знаю. Пусть бежит. Так, я сохранюсь. Сбались, кажется, с монолитосами. Призрачными. Так, он не знаю, куда вообще идет. Но это разберусь с другими, которые там на с той стороны должна быть находиться. Вот они, скотина. Если, конечно, получится. Если у нас военных-то нету, то помогать не будет. Блин. Только не стреляй по ним. По ним только не стреляй. Иди сюда. Тихо-тихо лучше. Вон там еще трое, конечно. Может, обойдем тихонечко. Они не заметят нас. Или не заметят все-таки. Блин, они про него завалили, сволочи. Что ж вы делаете-то? Ладно, пофиг. Меня только другой квест будет провален. Но эти скоты все равно пусть. Ой, сколько их там. Да, да, конечно. Ну, в общем, полно этих засранцев здесь. Так, две каус-пушки. Одну выбросить. Другую оставить. Ёпрсты. Кто там? Ой, засранцы те, как я их ненавижу-то. Но враги-то появились и... В результате-то. Да, тех-то обыскать надо будет тоже. Да это ничего, кто мне сейчас забрать. Да ты издеваешься ли вообще? Кстати, кажется, они, конечно, по ней не попадешь. Один готов, так, второй. Сейчас второй, в общем, снимем. Ты где, блин? У нас такая серчи затянется, наверное, долго. Так где там? Упал, что нет? Ну, готов, отлично. Хотя бы готовы. Сейчас заберем все гаусс-пушки. Разрядим, блин, да. Выбрасывай-то. У меня там вообще какие-то снаряды всякие-то есть. Где-нибудь. Хотя бы вот эти. Так, еще один. Ну, хотя бы птичка вот из, есть, вот, бинтик. Лишний. Ну, так-то можно закончить серию. Да, черт, меня тогда убили все-таки. Долгуцы. Но квест так-то есть в оригинальном сталкере Тень Чернобыля. Какой смысл выполнять его здесь? Я думаю, не имеет смысла. Ну, главное, что ж. Таничок вот. Да, координат таничок есть. Копченок вот. Но ждать, мне кажется, это нам не поможет. Не будем, в общем-то, кстати. На нем задерживаться. Ладно уж. Провалили так провалили. Потому что юнок и метки с гаусс-пушками, это как что мне... Он не в том месте, не в то время оказался. Может, там вообще можно было... Мне кажется, надо было бы думать квест вырезать им, разработчикам, тогда на модификации. Чё, что-то там прёт. Зачем-то он здесь вообще нужен? Есть другой всё-таки сюжет, и вообще другая модификация-то получается. Чё, бандиты где-то там ещё засели?
Так, ладно, в общем-то, идем дальше. Сохранили самое главное. Только что полно этих моделей, оказывается, здесь повсюду есть-то. Так, куда там застрял-то? Где ты вообще за этих зарослей там? Получай, гаденыш. Ну, пора заканчивать эту серию, что-то у них там, конечно, полно. Отсюда порут. С мигаус пушками. Так, где там засранец? Теперь надо газ-пушку использовать, думаю. Может, на помощнее оружие попробую, я сейчас проверю. Прицел-то у него нету. А, ну это ж, в общем-то, поскорострельнее будет, чем это та гаусс-пушка, которая была в оригинальном сталкере. Они что, разработчики, видимо, добавили свою гаусс-пушку. Более улучшенная. Ой-о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 й
Так, ну мне уж пора заканчивать, я думаю, это серия. Что-то на где они там вообще за серия? Так, а с той стороны что, бандит вообще? Кто там? Так. Кто там сейчас стреляет прямо? Снайпер, там снайперы что ли какие-то? Да пиздец вообще какой-то. Одурили. А это эти бандиты, которые... Мне здесь тоже их не хватало. Или это бандиты дружественные? Марика. Чё сказал-то? Единица отключена. Что это такое за звуки какие-то страны? Ищи военные. Здесь все-таки военные у нас или бандиты? Погоди. А, блин, что-то как тебе помогут? У меня нету этого варианта диалога, чей. Вот. Да я разработчики типа сам не добавили варианта диалога, что дать аптечку-то. Это плохо, конечно. Так. Здесь у нас станичок, а ну где у нас этот воронин-то? Так нам нужно на другом месте идти, в лабораторию. Так, где там эти? Ох, там зомби-то попёрли-то. Да, это бесполезно. Но я, на, в общем, на них уж тратить до автомат. О, какого черта? Эй! Чё-то, конечно, началось. Даже закончить не могу. Так, ну я думаю, пора заканчивать уже данную серию. Да, блин, да ёпста. Да падайте все, что ли. Хватит уже вставать. А, в общем-то, это миссия пока, думаю, закончим. Проходите игру Сталкер Зона Поражения 2. Ответный удар. Модификацию Сталкер Тень Чернобыля. Увидимся в пятой серии. Дальше будет еще интереснее, думаю. Ох, да, на этом пока что все. Если вам видео понравилось, хотите продолжение данного прохождения, то ставьте лайки обязательно. А также оставляйте комментарии обязательно. Сомнения, точки зрения насчет моего прохождения, моих комментариев. Свои советы можете оставлять по этому прохождению. Все, в общем-то, впечатления, когда проходили данную модификацию, если, конечно, проходили. Ну и свои, в общем, пожелания насчет будущего прохождения. Окей, в общем, по каким играм проходить. А, в общем, каким, точнее, по каким играм делать прохождение. А это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорых встреч. И всем пока. До скорых встреч.